Отдать все концы, штурман. Первый раз плаваю на лодочках в гидропарке. Откуда тут обычный турник? Покажите, мастер-класс. А теперь повороты. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. Ты когда не плавал на лодках? Да, уже плавал. Вот мы сейчас идем плавать. 24-й рейс. Давайте определяться. Это еще почему? Вас мы точно разделяем и властвуем. Но все плавать умеют. Блин, я никогда в жизни не плавал. Все, я к вам. Вот. Отдать все концы, штурман. Право руля. Вон там поезда. Кстати, видели, есть ролики, когда чуваки залазят на крышу, на этот поезд, и прыгают в воду. А, на ходу. Да. Они на гидропарке залазят на крышу и с этого моста прыгают с поезда. Так вот они и плыли. Первый раз плаваю на лодочках в гидропарке. Стыд мне и позор. Shame on me. Я даже не знал, что здесь эта гавань есть. Затока, точнее. Тысячи чертей. Кинь мне в глотку. Бутылка рома. Йо-хо-хо. У нас первый раз. Давай, град, умывай. Швартуйся, бросай якорь. Ты будешь купаться, Дима? Нет, просто загорать будет. Вот это да, жабы тут исполняют. Случилось то, чего мы даже не опасались. Нас предупредили, что это сильное течение. На самом деле оно действительно сильное. Мы сейчас пытаемся вернуться в нашу тихую бухту. Это очень сложно оказалось. Давай, давай, давай. Но кажется, мы все-таки немножко движемся. Но мы все-таки сделали это. Мы спасены. Наш второй экипаж все еще плещется там в открытых водах. А нам уже больше бояться нечего. А то сразу в спальник одеваешь. Там грязь. Переодевай здесь. Мы отвернемся. Тормози. Суши весла. Бросай якоря. Ну что, как вам Киев? Да так. Ничего так. Ничего так, да? Как вам Киев? Классные наливки были вчера. Славе потом классно было. Катя, да что ты такая спокойная? Потому что у меня сыпишь, ну Слава не стала. Знаешь, что там что-то орёт. Я понял, что они делали мне. Это сразу наша поездка, Катя ругается. А мне бы прослыхать явно. Нормально. Я в печали. Народ, подписываемся на мой канал. Мы все его смотрим. Каждый. Мы счастливы. Да? 1:10 мы немножко просрочили нашу прогулку. В общем, часа как раз достаточно. Дай мне руку, земля. Тут везде есть вода. Качельки. Никто не хочет покататься.
Вот это тема. Откуда тут обычный турник? Вот турник, смотри. Правда, на веревочке. Крутящийся, да, наверное? И ты не разбалтывайся, надо ровненько подтягиваться, не раскачиваясь. Смотрите, конструируют поле для, видимо, пляжного футбола. У нас очередной эпик фейл. Мы тут искали хороший пустой пляж. Нифига не нашли и возвращаемся обратно. Наши нервы на пределе. Сейчас, кажется, будут первые жертвы. Поэтому мы, да, так держимся на расстоянии. Так, мы нашли самое лучшее место. Это такой маленький клочок подтопленный, в который можно добраться только вброд. Ну, после того, как мы уже нагулялись по тому парку, уже ничего не хочется, и какая-то вода нас не остановит. Кстати, вода прохладная, купаться как-то сразу перехотелось. Да, Настя, купаться будем? Мы уже и на берегу. То, что там на большой земле очень много людей, здесь людей на порядок меньше, то есть очень мало. И нас это устраивает. Вот мы и пришли. Часа три не больше. Да не, я шучу, я могу и полчаса. Максимум час, давайте, да? Да, водичка такая не самая чистая. Не, загорать и купаться нужно, ехать из Киева куда-то. Покажите мастер-класс уральский, суровый. Так, ага. Вода вообще не холодная. Урали гораздо холоднее. Да только по колено она не холодная, потом становится холоднее. Все, я дальше не пойду. Не такая уж она и горячая. Какая гадость там на полу. Все, наплавались, накупались вдоволь. Я никогда не плаваю. Ну ладно, в Крыму, помнишь? А в Крыму как плавала? Не поплавать. Главное, горло болит, полезлось. Чего вы только залезли и все? А зачем? Ну, а что делать? Как ребенок вот маленький, вы там плаваете, не понимаю. Ну что? Они должны, посмотри, стоять вот так вот. Ребята. Тянуть колено. Ну и шестая. Вот это наверное. Смотри, вот вот как аккуратно точно пальчики пишут. И локоточки, локоточки надо поднять. Нет, не плечи вот, поднять, а локоточки. Что там третья? А теперь повороты. Все. Слабак. Да нифига, Да, надо сваливать. Ты как? Или еще хочешь немного быть на пляже? Ноги. Нет, это затопило. Вышел из берегов. Нет, это полноводье такое. Ну, видишь, какие шезлонги классные, прям на воде. Бесплатные. Видите, как затопило парк. Обычно, конечно, тут воды нет. Так, сейчас мы тут дойдем до плиток. О! Другое дело. Гулять по воде, гулять по воде, а когда надоест, возвращайся домой. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. О, смотри, переодевал. Надо. Сюда мы и не хотели попасть. Да, ты что, не можешь правда ходить, не можешь только сидеть? Я не могу тоже. Вы чё? У тебя что, ноги? Манежные. Народ так вот у нас в начале мая отдыхает, загорает, купается.
вытрусить максимум песка. О, какая горячая деревяха. You hear